Ну что ж, мужчины, возьмите на заметку, если вы хотите со своей возлюбленной либо помириться, либо напомнить ей, как вы ее любите, как вы ее цените, или, может быть, признаться кому-то в любви, выбирайте именно бриллианты. И, пожалуй, только сегодня в эфире канала Шоппен-шоу бриллианты так доступны. Серьги «Летняя нежность» — наше супер предложение. Серьги с бриллиантами по цене 2999 рублей. Скидка 1800. То есть вы сэкономите на сережках с бриллиантами 1800 рублей. И более того, сегодня, благодаря нашей супер акции, вы еще и получаете бесплатную доставку на эти сережки. Два бриллианта, серебро весом 2,8 грамма и сверху родирование на выбор, либо сверху покрытие на выбор, либо родирование, либо золочение. Все это по самым низким ценам сегодня. Итак, внимание, вот они прекрасные, вот они нарядные, вот они любимые и желанные бриллианты. Выбирайте любую версию, а учитывая цену, вы можете сегодня позволить себе обе пары. Милые дамы, не дожидайтесь какого-то повода, когда можно своему любимому заказать эти серьги. Сегодня вы запросто позволите себе их сами, тем более, что оплата на канале Шоппен-шоу происходит только при получении. Давайте с вами посмотрим на паспорт. Я понимаю, как это важно быть уверенной в том, что вы приобретаете и что вы заказываете. Итак, какую бы версию серег «Летняя нежность» вы ни выбрали, в родировании или в золочении, безусловно, вместе с самими сережками к вам приедет вот такой документ. Личный паспорт на серьги. Что мы читаем здесь? Нас с вами интересует масса, и, безусловно, вот эта строчка особенно интересна. Два бриллианта круглой формы, 17-гранные. И я ваше внимание обращаю на эту буковку А. Ведь наверняка вы раньше не задумывались, что эти показатели обозначают. Буква А – это совершенная степень огранки. Так она называется на профессиональном ювелирном языке. Вы получаете не просто бриллианты, вы получаете бриллианты совершенной огранки. И все это только сегодня по такой низкой цене. 2999 рублей. Спецпредложение, суперпредложение канала Шоппен-шоу. Это абсолютная классика жанра. Здесь бриллианты, которые были, есть и будут в моде. И мы вам предлагаем сразу же приобрести комплект «Летняя нежность». Кольцо вам демонстрирует наша прекрасная Елена, и оно уже доступно для заказа в колл-центре. Обязательно спросите про кольцо, делая заказ на серьги, и закажите сразу же комплект. Тем более, что даже на одни серьги вы получаете сегодня бесплатную доставку. Если вы заказываете комплект «Летняя нежность», то, безусловно, доставка тоже за наш счет, за счет канала Шоппен-шоу. Помимо того, что здесь абсолютно вечные бриллианты, это ценность, которая никогда не будет теряться в стоимости. Это еще и очень классический дизайн. Посмотрите, у нас интересная форма, внутри такой изящный ромбик. Абсолютная классика жанра. Украшение на любой возраст, украшение под любой образ. Независимо от того, любите ли вы классику или спортивный стиль. Независимо от того, идете ли вы на работу или встречаться с подружками в кафе, в ресторан или на какое-то особо пафосное торжественное мероприятие, эти серьги всегда актуальны, потому что бриллианты не заменят ничто. Я уверена, каждая женщина со мной согласна. Давайте сейчас обратим внимание на застежку. Для нас это всегда интересно и важно. Это не только красиво, это еще и удобно. Удобную посадку, абсолютно комфортную, вам гарантирует английский замок. Посмотрите, какой у нас штифт приличных размеров. Даже на плотную мочку подойдет. Ну и, конечно, мы уже читали с вами паспорт, но хочется удостовериться еще очередной раз в том, что это украшение очень и очень удобное, что это украшение качественное. На каждом ювелирном изделии должна быть отметка пробы имени производителя. Это даже не обсуждается. И вы видите, на наших сережках все эти отметки имеются. 1800 рублей экономят только потому, что сегодня у нас для вас такое специальное предложение. Обратите внимание, ценник действует только сегодня. И, безусловно, количество товара ограничено. Сразу же спросите про то, какие размеры колец существуют у нас, которые есть в наличии. Закажите комплект, не раздумывая, не размышляя, потому что спрос сегодня на эти бриллианты будет просто бешеный. Я в этом уверена, даже ни на мгновение не сомневаюсь. Никогда серьги
серьги с бриллиантами у нас не задерживаются в эфире. А когда у нас такая цена подарочная в прямом смысле слова, они разлетаются мгновенно. 2999 рублей. Вот для себя ответьте на вопрос, что это такое? Вот конкретно для вас, что это за сумма? Один раз ходить в продуктовый магазин? Ну, знаете, даже если вы наберете огромные сумки, пакеты и придете домой, буквально за неделю, а то если у вас большая семья, за 5 или даже за 3 дня все растворится, все исчезнет, все, что было потрачено, все, что было приобретено на эти деньги. Покупка бриллиантов – это не траты, это вложения, и они служат целую вечность. Это те серьги, которые будет носить ваша дочка, внучка и правнучка, конечно же, вспоминая вас добрым словом, потому что это абсолютная классика жанра, вечная ценность, ювелирные изделия, не выходящие из моды, не теряющие в цене, а только в цене приобретающие. Давайте посмотрим на высоту сережек. Я точно знаю, что для вас это важно, чтобы понять, как именно эта сережка сядет на вас. Посмотрите на высоту. Здесь 1,5 сантиметра. Вот такая вот у нас сережка, 1,5-сантиметровая. Еще раз напомню вам, что это английская застежка, и вы отлично видите ее в профиль. Давайте еще раз посмотрим на пробу. Никогда этих раз не бывает много. Пробы миник-производителя. И посмотрите, вы сейчас видите, как закреплен бриллиант, вы видите его спинку. Камень в открытом касте для того, чтобы он раскрыл весь свой потенциал, чтобы он горел, чтобы он мигал, чтобы он блестел и украшал вас. То же самое у нас и в родированной версии. Ее я сегодня выбираю для себя, поэтому я, безусловно, рекомендую вам, милые дамы, сразу же заказывать комплект. Такие низкие цены на бриллианты, никаких раздумий. Рекомендую вам также задуматься и принять положительное решение в пользу того, чтобы заказать 2 комплекта и в золочение, и в родирование. Ну, допустим, вот эту родированную версию вы будете носить с понедельника по пятницу, а в выходные украшать себя золоченой версией. Помните наш с вами небольшой секрет? Если вдруг не знаете или забыли, я вам его сообщу. Чем миниатюрнее золоченое украшение, тем больше оно напоминает истинно золотое. Ну, а вот такая версия вроде напоминает белое золото, ведь родий – самый драгоценный металл в природе. А зачем он используется, расскажу вам об этом несколько позже.